сегодняшнем видео мы продолжим тему натуральных смесей, благотворно влияющих на наш организм, и расскажем о пользе напитка, который готовится из яблок и семян льна. Химический состав яблок уникален. Эти любимые всеми фрукты содержат витамины А, С, Е, К, группы В, кальций, фосфор, калий, железо, магний, марганец, клетчатку, полифенолы и множество антиоксидантов. Яблоки помогают бороться с болезнью Альцгеймера, защищают клетки мозга, предотвращают преждевременное старение, служат профилактикой инсульта, значительно снижают уровень холестерина, повышают гемоглобин, нормализуют пищеварение, укрепляют иммунитет, положительно сказываются на здоровье кожи, зубов и ногтей. Сторонники ЗОЖ просто обожают льняное семя. Этот продукт богат множеством витаминов, минералов, кислот омега-3 и пищевых волокон. Необработанные семечки способствуют очищению кишечника, нормализуют стул, заряжают организм энергией, помогают бороться с лишним весом, улучшают функционирование мозга и кровеносной системы, снижают артериальное давление и регулируют гормональный фон. Для приготовления чудодейственного напитка одно яблоко среднего размера нарезаем на небольшие кусочки и отправляем в блендер вместе с 1 столовой ложкой льняных семечек, 1 стаканом кипяченой воды и 1 столовой ложкой меда. Все тщательно измельчаем до получения однородной массы. Готовое средство употребляем по 3 чайные ложки утром и вечером на протяжении месяца. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.